Сегодня православные всего мира отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников православной церкви. К нему начинают готовиться заранее, в первую очередь духовно. В этот день вспоминают яркие истории библейского времени, сказания рождения Богородицы, изменивший мир. В Губкинском храме святителя Николая Мирликийского также состоялась торжественная служба. Во время службы православные молятся и просят здоровья детям и близким, гармонии в душе и благополучия в семье. В этот день также принято помогать нуждающимся.